22 июля, Днепр, Днепропетровская область. Сегодня ночью была масштабная атака по Днепропетровщине. Били по трем областям. Это Никопольский, Синельниковский и Криворожский районах. Есть погибшие и раненые. Дважды был обстрелян Никополь. Выпущено понад 100 снарядов по жилым кварталам. Предварительно один человек погиб, один ранен. Повреждены 11 частных домов. Также враг ударил по Криворожскому району. В Апостолове было 7 прилетов ракеты. Попали по трем школам города. Полностью разрушены. Повреждены жилые дома. На месте работают спасатели. Предварительно 8 человек ранены. Информация на данный момент уточняется. Россия, террорист, продолжает обстреливать поля, сжечь пшеницу, зерно, совершать геноцид над украинским народом. Оккупанты ответят за все свои преступления.